В Нефтеюганске 95 объектов оснащены противопожарным комплексом «Стрелец». Сигналы возгорания система автоматически отправляет на пульт пожарной охраны. Однако в этом году из 17 оповещений все 17 оказались сложными. Нередко система срабатывает с опозданием. Один из таких случаев произошел в октябре в третьей школе. Мы переживаем за то, что нужно, наверное, проверить на сегодняшний день все объекты и правильность сопряжения. То есть, когда пришел сигнал на наш пульт, да, и он пришел с опозданием 10-минутным, на тот момент уже у нас люди и пожарная техника по звонку обслуживающий персонал, да, который нас вызвал, уже работали на месте. Николай Катамчанин порекомендовал руководству учреждения образования и еще раз провести работу с обслуживающими организациями. Однако, как выяснилось, на объектах их может быть и не одна. Именно это разделение может являться основной причиной сбоев. В третьей школе какая ситуация? Пожарную сигнализацию обслуживает одна организация, а пострелец мониторинг обслуживает другая организация. Происходит нестыковка. Одни приходят, проверяют пожарку, да, грубо говоря, вторые приезжают просто прохождение сигнала на стрелец проверяют. А так как это, я считаю, единая система, надо, чтобы одна организация это обслуживала. Глава города поручил департаменту образования, а также культуры и спорта выяснить, какие именно объекты сейчас работают по двойным договорам, чтобы в дальнейшем отдать их под обслуживание одной компании. Мария Сираева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».